a season of restoration. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Апостол Павел говорит здесь: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Он рассказывает, что это за жало. «Ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей. Аллилуйя! Ибо сила моя совершает в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я хочу, чтобы вы подняли руки к небу и сказали: когда я немощен, тогда я силен. Это тема моего послания. Скажите это вместе со мною сейчас. Скажите: я сильнее, чем считаю. Во имя Господа Иисуса Христа я сильнее, крепче, чем считаю. И вы можете спросить, откуда появилось это послание. Я регулярно хожу в зал. Я увидел человека с футболкой: «Я крепче, чем кажусь». Я подумал, это хорошее название. Это то, что нам нужно. Ведь когда становится трудным, то крепкий человек продолжает идти. Никто не мог подумать, что мы будем здесь после 19 месяцев. Никто из нас не думал, что мы переживаем пандемию, локдаун. Многие из вас закрыли бизнес, потеряли близких. Многим из вас хотелось бросить все и сдаться. Иногда мы теряем всякую надежду. Но я здесь для того, чтобы сказать вам, что вы сильнее, чем считаете. А все благодаря благодати Божией. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Библия говорит, что Бог не позволит вам столкнуться с тем, с чем вы не можете справиться. Он даст вам выход, чтобы вы могли перенести это. Иногда даже я думаю: Боже, ну сколько это будет длиться? Нам постоянно приходится подстраивать паруса. Я знаю, что вы молитесь за меня, но я также знаю, что Божья благодать реальна. Его благодать достаточно. Бог не бросит вас и не оставит вас, когда вы пойдете долиной смертной тени. Это не будет время, чтобы бросить все, даже если вам хочется. Не сдавайтесь, братья и сестры. Продолжайте идти к тому месту, которое Бог приготовил для вас. Он приготовил пир на глазах у ваших врагов. «Я помажу твою голову свежим елеем. Ты снова будешь улыбаться и танцевать. Плач будет лишь короткое время, а утром придет радость. Когда Бог создал вас в утробе матери, то создал вас с дарами и талантами, аллилуйя, со способностями, выдержкой, чтобы встретиться с теми трудностями, с которыми вам предстояло столкнуться. Задолго до того, как пришла пандемия, Бог знал, что мы будем жить в ней, все испытания, с которыми вы сталкивались. Вы здесь и не сдались, потому что вы сильнее, чем считаете. Вы сильнее, способнее, благословеннее и лучше. У вас больше способностей, чем вы представляете, ведь великий Бог живет внутри вас во имя Иисуса. Независимо от того, с чем вы сталкиваетесь, Его благодати достаточно. Он не поведет вас туда, где не сможет сохранить, где не будет Его благодати. Мы видим Павла, мужа Божьего, который написал 2/3 Нового Завета и который говорит о жале во плоти. Это была проблема, с которой он боролся. Мы знаем, что это была демоническая личность. Многие богословы говорят, что это была болезнь глаз. Другие говорят, что это была личность, которая натравливала на него толпу. Все это не имеет значения, потому что у каждого из нас есть свое жало. У вас обязательно будет свое жало. А вот почему Библия не упоминает название жала. Мы любим называть все, но вопрос не в этом.
Павел говорит, «Я боролся с этим, я молил Бога убрать это, но Он сказал лишь, достаточно для тебя моей благодати. Будьте сильнее. Когда вы слабы, будьте сильнее. Когда вам кажется, что вы на дне, поднимитесь повыше. Когда вам хочется сдаться, не сдавайтесь, потому что достаточно для вас Его благодати. Я знаю, что люди не видят вас за маской, и вы знаете, о чем я. Вы смотрите на жену и говорите ей, «Милая, ты сильнее, чем считаешь». Давайте, поднимайтесь на ноги и прославляйте Господа. Твое равновесие пошатнулось, но ты все равно оптимистична. Ты сильнее, чем считаешь, и все изменится. Я говорю, все изменится, как мы пели. Мы будем поднимать руки к небу, будем поклоняться Богу, будем доверять благодати Божией. Итак, три вещи, которые понял Павел. Первое, он узнал, что Божьей благодати достаточно. Независимо от того, что сатана задумал против него, Божья благодать поддерживала и избавляла его каждый раз. Во втором послании к Тимофею, 3 главе, 10 и 11 стихах он говорит, «А ты последовал мне в учении и в житии, в расположении, в вере, в великодушии, в любви и в терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковы гонения я и перенес». Иногда нам просто нужно перенести все это. Мы должны двигаться дальше. Мы не можем перестать двигаться из-за пандемии. Если мы не можем бежать, то должны идти, брат мой. Если мы не можем идти, сестра моя, то мы должны ползти. Если мы не можем ползти, то должны тянуть себя вперед, в будущее, которое Бог приготовил для нас. Не разбивать лагерь на ошибках и неудачах прошлого. Мы должны делать то, о чем говорит Павел. Оставлять прошлое. Прошлый месяц был плохим. Вы не можете изменить этого. Я забываю то, что позади. Прошлый год был плохим. Я не могу изменить его. Я оставляю прошлое и двигаюсь вперед. Когда я падаю, то поднимаюсь снова. Когда мне хочется бросить все, я не делаю этого, потому что тот дух, который воскресил Христа, живет внутри меня. Я сильнее, чем считаю. Павел понял, что Божьей благодати достаточно. Когда я слаб, то силен. Когда мне хочется сдаться, я не сдаюсь, потому что Его сила совершается в моей слабости. Когда у меня заканчиваются силы, приходит Его благодать. Второе послание Тимофею, 4 глава, 17 стих. «Господь же предстал мне и укрепил меня». Как нам победить наших врагов без Бога? Мы говорили президенту, вице-президенту и остальным в правительстве, что наша страна пойдет по пути морального упадка. И это случилось. Все религиозные лидеры в четверг сказали вице-президенту, «Хватит, вы не можете больше держать нас закрытыми, вы не можете убирать нас из общества, наш народ страдает, нам нужно открыть церкви во славу Божию, скажите аминь». Если вы любите церковь, то значит вы любите Бога. «Хватит, значит, хватит». Они хотят открыть пилотный проект. Мы открыли его в сентябре прошлого года. Вы опоздали на год. Мы доказали, что можем открыть церкви. Мы не выступаем против правительства. Мы стоим за то, что мы должны сделать. Если хорошие люди не будут ничего делать, то зло захватит мир. Мы не можем просто стоять и смотреть, как наших подростков насилуют. Преступность вышла из-под контроля, а мы должны молчать? Сказано, «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники. Я избавился из львиных челюстей,
«И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Господь избавит меня». Скажите это. «Бог избавит меня». И верьте в это. Как бы ни называлась ваша страна, скажите «Господь избавит» и произнесите название своей страны. Можете сказать это во имя Иисуса и сохранить для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Во-вторых, Павел узнал, что он сильнее, чем считал. Если Бог сказал, то я могу, и независимо от оппозиции, от долины, от огня, даже если огонь поднимется в 7 раз, как это было с Сидрахом, Месахом и Авденагом, я не один, а Бог со мною. Его благодати достаточно. Бог поддержит меня в огне. Бог проведет меня через долину, сохранит меня и защитит меня. Его благосклонность окружит меня, как щит во имя Иисуса. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 12 стих. «Я знаю, что значит испытывать недостаток, и знаю, что значит жить с невероятным избытком. Я обучен секрету преодоления всего. Бог не ожидает, что мы распадемся на части при встрече с оппозицией. Мы должны полагаться на Его благодать и не распадаться. Мы не можем терять надежду, потому что мы сильнее, чем считаем». Он живет внутри нас. У кого-то из вас было много, а теперь у вас мало. У вас снова будет много. У некоторых из вас было мало, а станет много. Павел говорит, независимо от того, в каком состоянии я нахожусь, я научился быть довольным. Все могу в укрепляющем меня Христе. Я сильнее, чем считаю. Он научился жить, полагаясь на Божью благодать. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 10 стих, говорит, «Но благодатью Божией есмь то, что есмь. Я преодолею это благодатью Его». «И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Быть сильным не значит не сомневаться или не испытывать страха. Это означает, что вы принимаете решение быть сильным в благодати Господа Христа, как сказал Павел, «Когда я слаб, то силен». Многие должны научиться в это время полагаться на высшую силу, Бога. Не на соседа, а на Бога живого. Вы должны приблизиться к Иисусу Христу. Вы должны научиться двигаться через бурю, следуя за добрым пастырем, полагаясь на благодать Божию. 22-й псалом. Я делился с вами в начале пандемии о том, что Господь — ваш добрый пастырь. «Даже когда твой путь поведет меня через долину кромешной тьмы, страх не покорит меня, потому что ты уже сделал это, твоя любовь». И не имеет значения, где вы сейчас. Я понимаю, что многие люди устали от ковида. У них есть трудности, свои битвы. Люди хотят бросить полотенце. К нам на консультирование приходит так много людей, как никогда. Им нельзя помочь только через камеру. Нам нужно, чтобы люди вернулись в церковь. Нам нужно, чтобы люди пришли во дворы Божии. Нам нужно, чтобы люди вернулись к Богу. Ничто не может заменить самого Бога, Павел говорит. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Аллилуйя! Притесняемы, но не стеснены. Потому что я сильнее, чем кажется. Потому что Его благодати достаточно. Когда у меня заканчиваются силы, Его благодать несет меня и держит меня во имя Иисуса. Он говорит, мы... В отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы в шоке, в замешательстве. Мы говорили помощнику президента. «Господин президент, мы обращались к вам 19 месяцев, и вы не услышали ни единого нашего слова. Каждый раз, когда президент говорит о семье, мы оказываемся в трудных условиях». После того, как все религиозные лидеры встречаются с правительством, и правительство говорит, что проконсультировалось с нами, чего вообще не было. Они информируют нас. Пасторы по всей стране говорят, вы согласны, чтобы церкви были закрыты. О нет, мы не согласны. Мы знаем, что церковь — это свет миру. Церковь — это надежда общества.
Церковь — это то, что сохраняет общество. Если убрать церковь, вы получите моральный упадок. Это все равно, что убрать соль из пищи. Вы говорите, что можно просто служить Иисусу у себя дома. Что вы скажете теперь? Это не работает. Потому что та молодежь, которая ходила к нам в церковь, теперь беременеет. По воскресеньям у нас собиралось 20 тысяч студентов и подростков. Многие из них сейчас связаны с плохими вещами. Но они не виноваты. Их оторвали от Бога. Только Бог может изменить сердце человека, а правительство или закон не могут сделать этого. Я разговаривал с лидерами всех партий один на один. Я говорил, почему никто из вас не заступится за церковь? Вы называете себя христианами, но не можете поддержать церковь. Как вы собираетесь восстанавливать ЮАР без сильного духовного основания, без морального основания? Вы думаете, что восстановите страну, если уберете духовность из людей? Вопрос не только в духовности, а в морали людей. Простите. Я не потерял рассудок, когда покаялся. Я не приверженец теории заговоров, но какой смысл проводить футбольный матч на 60 тысяч, не пуская зрителей? Один пастор сказал, почему церковь считают самым небезопасным местом? А вы что, приходите и приносите коронавирус в нашу церковь? Некоторые пасторы открыли свои церкви в качестве центров вакцинации. 400 человек сидят в здании. Чтобы получить прививку. Но при этом не могут прийти туда, чтобы поклониться. Просто, брат, пойми, я за церковь. Это мое призвание. Я не буду молчать сейчас, когда нас смотрят миллионы. Церковь Иисуса должна быть открыта снова, безопасно и ответственно. Да. Люди должны вернуться назад в свои церкви, чтобы поклоняться Богу. Наша молодежь должна вернуться в церковь. Какой в этом смысл? Дети ходят в школу 5 раз в неделю. По 7 часов на день, но их не пускают в воскресенье на час в церковь, где мы можем явить им любовь, накормить их, помочь разобраться с болью. И возникает вопрос, в чем тут замысел? Правительство делает все, чтобы отдалить христиан от них. Я знаю, что многие из вас думают, что это политика. Но это вопросы царства. К сожалению, пока у нас не будет правильных политических решений, мы будем бороться с этим до возвращения Иисуса. Мы поговорим об этом в другой раз. Аминь. Мы должны изменить страну. Христиане должны подняться всюду, в школьных советах, на муниципальных выборах. Участвуйте везде. Вы должны быть солью и светом. Нашу страну не изменить одними лишь молитвами. Откройте глаза, я за молитву. Но большинство хотят лишь молиться, а потом отворачиваются. А мы должны молиться и действовать. Да, скажите на это аминь. Здесь есть кто-нибудь живой, а? Павел говорит так. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы переживем бурю. CRC может пережить бурю легче, чем любая другая церковь ЮАР, потому что у нас есть соцсети и телевидение. А еще у нас есть прямые эфиры. Мы выступаем не только от себя. Мы гонимы, но мы не оставлены. Возможно, люди... Возможно. Они отвернулись от вас на работе, на вашем рабочем месте. У Бога есть лучшая работа для вас. Продолжайте двигаться вперед. Незлагаемы, но не погибаем. Он говорит, но имеет тот же дух веры, как написано. Я веровал, и потому говорил. И мы веруем, и потому говорим. Мы говорим о будущем. Мы пророчествуем нашему поколению.
Мы говорим о хорошем, о наших мечтах и видениях. Мы смотрим за пределы звезд, за спины великанов. Мы видим молоко и мед. Мы смотрим на обетование Божие и становимся сильнее. Мы продолжаем идти. Мы не теряем надежды. Мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа, неся надежду страждущему миру во имя Иисуса. Мы протягиваем руку помощи бедному ребенку. Надеваем обувь на его босые ноги. Один из наших бизнесменов, привет вам, купил сотни пар обуви и обул детей, которые ходили босиком. У этих детей не было обуви. Это и есть христианство, братья и сестры. Не нужно сидеть перед телевизором и сосать палец, думая лишь о себе. Мы находимся в мире, который страдает. Мы должны быть сильнее, чем любые замыслы. Церковь должна быть сильной, церковь должна встать и засиять. Мы должны стать голосом Божьим для тех, у кого нет надежды. Мы должны занять свое положение в обществе во имя Иисуса Христа, и вы можете сказать на это «Аминь». Он говорит, «Ибо кратковременное легкое страдание наше». Вы должны выбрать силу, когда вам кажется, что вы слабые. Книга Иаиля, 3 глава. В 10 стихе говорится «слабый, пусть скажет, я силен». И вы скажете это сегодня, «я силен», если вы слабы сегодня, это не означает, что вы слабы. Просто вам нужно сказать то, что противоречит тому, что вы ощущаете. Ваши эмоции всегда будут следовать за вашим движением. Давид обращается к себе в 41-м псалме. «Что унываешь ты, душа моя? Депрессия выросла на 66%. А вы можете обратиться к доктору, но вам также стоит обратиться к Евангелию. Церковь Иисуса должна быть открыта, потому что для ЮАР нет надежды и восстановления, пока церковь закрыта. Пусть Бог поднимется, и пусть его враги рассеются во имя Иисуса. Поднимись, Боже, поднимись ради народа Твоего, во имя Иисуса Христа, независимо от того, с чем вы сталкиваетесь сегодня. Я хочу сказать, что Бог с вами. Аллилуйя! И что Божьей благодати достаточно для вас, и благодаря этому вы сильнее, чем считаете. Аллилуйя! Это не религия, не вопрос разума и не теория. Бог реален, и Он действительно любит вас. Он умер за вас лично. Я знаю, что сегодня вы можете быть подавлены, но вы можете сделать один шаг в верном направлении, отдав жизнь Иисусу. И я хочу, чтобы вы закрыли глаза и склонили головы. Где бы вы ни были, если вы не отдавали свою жизнь Иисусу, возможно, вы сделали это когда-то, но пандемия привела к тому, что вы потеряли себя. Так вернитесь к Иисусу, отдайте себя Ему, откройте свое сердце и позвольте Иисусу прийти к вам. Я хочу, чтобы вы положили руку на сердце, где бы вы ни были, и повторили эту молитву со мной сегодня. Скажите, «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе, и я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я верю, что Ты живой. Сегодня я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. Пожалуйста, прости мне мои грехи». Спасибо, что Ты услышал мою молитву и вернул меня на путь жизни. Я молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.